итальянская компания Piaggio Group, занимающаяся производством различной мототехники, разработала уникальное транспортное средство Гита, что можно перевести с итальянского языка как «короткая поездка». Однако не следует думать, что Гита является очередным мобильным транспортным средством, которое поможет доехать водителю от паркинга до дома. На самом деле Гита является невероятно умным роботом наподобие дроида R2-D2 из «Звездных войн» и способен выполнить многие функции, включая функцию перевозчика различных грузов от продуктов и овощей до портфелей сумм. В частности, конструкция Гиты представляет собой два колеса с индивидуальными электромоторами, способными развивать скорость до 5 км в час. Емкости аккумулятора хватает на 8 часов работы, а полная зарядка от сети занимает всего лишь 3 часа. Между колес расположен багажный отсек объемом 65 литров. Вес груза может составлять более 18 кг. Благодаря специальным датчикам, GPS и 4 встроенным стереокамерам, компьютер Гиты не только способен вычислять с высокой точностью свое месторасположение и не допускать столкновения с посторонними предметами, но и строго следовать за своим хозяином, как верная собачка. Кстати, о собачках. Робот Гита способен выгулять домашнюю собачку по установленному маршруту, но, увы, без уборки пока ее колбасок, что может вызвать ряд проблем у владельца собачки с природоохранными органами. Однако зато робота Гиту можно будет отправить в магазин за покупкой вина, и благодаря постоянной связи с вашим смартфоном робот Гита сможет без особых проблем определить ваше месторасположение и доставить бутылку вина прямо вам в руки. Согласно предварительной информации, производством робота Гита займется филиал компании Piaggio Fast Forward. Причем, как заявляют представители компании, цена робота Гита будет вполне приемлемой для среднего уровня покупателей.